июле месяце, 10 июля, мы провели опрессовку дома. На ком лежит ответственность за то, чтобы промыть и опрессовать? Ответственность лежит на жильцах дома и на председателе. Вот скажите, вообще экономия хорошая выходит? Хорошая экономия, хорошая. За год где-то 60 тенге в год выходит, 55-60 за квадратный метр. Все, жильцы довольны, да? Жильцы довольны, очень довольны счетчиком. Видно, что в доме хороший КСК. Жильцы сами занимаются работами палисадниками и благоустройством.